Всем привет! Яйца разрезаем пополам. Желтки выкладываем в тарелку. Нам потребуется сладкий перец, колбаска, желтки и чеснок. Перчим, солим по вкусу. Добавляем майонез. Все перемешиваем. Фаршируем яйца приготовленной начинкой. У огурца отрезаем кусочек, разрезаем пополам. Делаем надрезы с двух сторон. И у нас получаются вот такие завитушки. Повторяем процесс. Втыкаем в начинку. Украшаем консервированной кукурузой. По желанию посыпаем черным кунжутом. И у нас получается вот такая свежая, цветочная, красочная закуска на праздничный стол. Рекомендую попробовать сделать. Всем удачи! Пока-пока!